Самые стойкие спортсмены 6 детских садов приехали в Олимпийскую деревню, то есть в детский сад номер 45. Согласно сложившейся традиции, малые зимние игры проходят в каждом саду поочередно. Правда, холодно, и зима у нас в этом году немножко подкачала. Снега нет. Но мы все рады нашим олимпийским играм, которые начинаются сегодня в городе Сочи. В малых олимпийских играх участвовать могут воспитанники подготовительных групп. В отличие от настоящей олимпиады, которая проходит раз в 4 года, юные чемпионы Уссурийска соревнуются каждый год. Нас учили, как бороться за первое место. И как же надо бороться за первое место? Все делать правильно и не подводить команду. В команде собрались самые быстрые, ловкие и сильные детсадовцы. Многие признаются, что серьезно занимаются спортом. Кто-то шашками, а кто-то каждый день посещает тренировки по хоккею. У меня на льду хорошо шайба ездит. А здесь? А до снегу нет. Когда спортсмен проиграл, он иногда плачет. А когда выигрывает, он не плачет. Но на этих соревнованиях для расстройств повода нет. Попробовать свои силы можно в лыжах, хоккее, санках и даже в биатлоне. За ошибки спортсменов в силу их возраста с трассы не снимали. Илюша, ну он так-то не тоже лыжу, не уронил, не знаю, уронил он или нет. Нет. А там, ну, Полина и Дима уронил, и Лиза уронила тоже лыжу. Пинала плюшку и забыла, и забила в гол. На второе место претендовали сразу 3 команды, набравшие одинаковое количество очков. После дополнительного испытания серебряные медали завоевала команда детского сада номер 45 и третье место у 30-го. Золото у команды 21-го детского сада. Ему передали переходящий кубок малых зимних олимпийских игр.